Мы сегодня притащили все-таки. Смотри, Андрей, за ребенком. Давай я смотрю за ним. Аполлоха. Сейчас будем разбирать твое кресло. В машину. Да. Красавчик. Красавчик такой. Красавчик. Ну улыбнись в камеру. Улыбнись в камеру. Скажи, я стесняюсь пока. Ну, вырастешь. Будешь маленьким блогером. Аполлон. Аполлоха. Аполлон. Обсасываешь игруху. Да, самая вкусная игруха. Да? Смотри. Кальбосенок маленький. Ну что, будем распаковывать? На, полон соску. Видишь соску? Видишь соску? Те же мои пальцы самые вкусные. Да, красавчик. Да, у нас тут волоса такие. Постригать пора. Да, сейчас решили умыть Аполлоху. О, прям решили. Это у нас каждодневная процедура. Щечки вот так вытираем. Да, губочки, все, слюня. Вот так. Подбородочек там, складочки. Да, вот так. Это бровки. Потемнели бровки, потемнели реснички, лобик. Скоро будет такой смуглянка. Темненький. За ушками вытрем. Интересно, во сколько он потемнеет? В каком смысле? Ну, смуглый станет. Он родился был черненький, что-то. Да-да-да-да. Все. Сейчас только носик будем вытирать. Ну а мы сейчас будем распаковывать. Ты перед моей камерой зачем опять становишься? Соль. Всегда это делает. Ну скажи, короче, что мы будем сейчас делать? Распаковывать автокресло. Новенькое. Рыженькое, горячее. Мама с внуком. Мы тоже смотрим, скажи. Да, Павел? Какое у нас там кресло будет. Сегодня поедем на работу. В новом кресле. Да. Помочь? Нет. Там мама сейчас будет доставать. Достанешься? Тяжелая? Нет, просто ее нужно доставать. Конец видео. Нет, это просто... Нам же его потом до машины надо будет еще донести, как-то сделать. Давай хотя бы целлофаны снимем, покажем. Что сделаем? Ну, целлофаны снять. Мы же целлофанечко несем. Надо будет еще, кстати, там на машину, на стене. Накидки эти положить. Вот это мы пока не будем? Ну, это можно, нет. Такая накидочка. Да что, бы заместо целлофана. Вот такое красивое. Как блатота в парше на таком кресле. Ты тоже рад, Аполлон? Конечно. Смотри. Угу.
должна же быть где-то инструкция. Она просто вставляется и все, по идее. Куда вставляется? Ну, видишь, внизу вот эти вот специальные штучки. Рычаги или как они. Инструкция. Как со стульчиком. Слава богу. Так, регулировка поворота. Внизу регулировка поворота. Ручка регулировки поворота. Это не ее, что ли? Нет, это верно, она же. Она? Ну да. Вот. Мне тут на карачках это не очень удобно делать. Угу. Ну, в общем, машину поставили, а потом крутите, как хотите его. А что немножко сюда в эту сторону? Это за зонки перекошены. Да. Завалено так и должно быть? Да. Почему? Ты можешь вот здесь нажать? Потому что оно вот здесь должно быть под наклоном. Это что, какая-то фишка какая-то, что ли? Оно же вот так должно быть под наклоном. Вот так. Против движения, когда он лежит. Сейчас он вот так сидячим был. Угу. Когда мы его. Это вот годик, когда лицом вперед. Когда угу. Он должен быть лицо, затылочком вперед, он должен быть вот в таком наклоне. Да нет, понятно, просто оно сейчас завалено вот так вот. Было. В таком положении. А сейчас может нормально. Потому что бочком, потому что нижняя основа вот такая вот. Не понял? Нет. Вот эта вот часть нижняя. Угу. Она не вот такая вот ровная, она вот с таким скосом. А, из-за этого? Для того, чтобы ребенок вот сюда сидит, он ровненько вот так сидит, ага. А чтобы вот это ровненько, он вот здесь под наклоном вот так находился. Вот так. Ну, я понял. Он. Ты не понял, ладно. Я понял. Он не понял ничего. Мы все поняли. Кроме Андрея, да? Да нет, мы все поняли. Так, вот это, я так понимаю, у нас... Вон слюни уже текут. Слюняшки текут. Сейчас скажу вот так. Как считается? Здесь что у нас пристегивается? Здесь что пристегивается? Ну и куда ты, блин? Пальцы в рот засунули. Хотел в кухню возьмем салфетку. Собираем. Так, ну это вкладыш для совсем малышиков. Его можно отсюда снять. Так, ремешочки у нас как бы регулируются. Вот эти штуки, кстати, в машину вставляются. Я еле нашел. Обода эти специально для вот этих вот, которые торчат, эти штучки, я их еле нашел. Я думал, там специально должны быть такие прям крепления ядрёные, а там просто как серьга такая, торчит в машине, туда втыкаются. Только я понял, что это только именно на одно она крепится, в одно положение. Ты разобралась? Я не понимаю, как их вытянуть. Они здесь также кнопочкой должны регулироваться. Ну, нажимаешь кнопку, они вылазят. Где эта кнопка? Вот внизу кнопка под этим под сиденьем, не она? Вот это? Да. Нет, не она. Ну что, разобралась? Высоты спинки. Просто надо было ослабить вот эти ремни для того, чтобы спинка поднималась или опускалась. То есть уже на вырост и в развернутом состоянии, то есть по ровно сидящем. Лучше можно какого-то взрослого состояния ребенка его использовать. Накладку под попку для малышей я убрала.
для спинки, для головы лично поддерживающая, тоже для крошиков тоже убрала. Осталось только вот это сейчас, которое у нас есть. Кнопочка, чтобы ослабить ремни, оказывается, находится. Вот здесь, где ремешочек, вот аж туда надо палец засовывать. Вот тут вот щупать кнопочку. Короче, кнопка с секретиком. Вот она светленькая. Вот нажимаем на нее, вот они ремешочки вытягиваются. Ну фирма это обалденная. Ну, по идее, оно должно быть, да, офигенное кресло. В плане того, что оно будет вертеться, плюс ребенку на вырост. Цену кресла мы уже снимали в предыдущих роликах. Кто не видел, можете перейти посмотреть. Ну что? Понесли машину? Ставить? Да, тебе нравится? А, вот главное, чтобы малышу понравилось. Для меня это самое важное. Если что, еще вот эта накладочка здесь снимается. С подкопочки убирается вот эта накладка. Я думаю, что ему, наверное, пока с ней, наверное. Уже. Надо? Да. Аполлон. Пальцы во рту. Господи, Аполлон. Пошли, походу. Ладно, все, идем. Надо в парикмахерскую Аполлона сводить в детскую. Его постригли, сделали какую-нибудь модную прическу. Главное, чтобы ты просто не хотел постригнуть. Аполлоха. На работу пришли, сейчас же домой идем. Мы пришли, уже уходим. Точнее, да, уже уходим. Такой вот у него костюмчик. Да, красавчик наш. Сейчас что вы меня снимаете? На будущее. Бабушка прячет только. Поехали. Тут мы снимаем ролики, где-то маленькая кроватка.